Прощание славянки. Одноименная скандально известная компания отказалась от управления крупным жилым комплексом на улице Калинина. Теперь за порядком в домах и для военнослужащих будет следить муниципальное учреждение РЭП-32. Нового управленца жители выбрали сами. Они говорят, пока здесь работала славянка, уборка в подъездах не проводилась. Расклейщики рекламы оккупировали буквально каждый угол. Прилегающая территория заросла сорняками. Поэтому сотрудники 32-го РЭПа первым делом вымыли окна, сорвали незаконную рекламу и скосили сорную траву. Состояние домов уже находится не в лучшей форме. Хотя дома построены, все дома первой категории, и находятся, и стоит очень современное оборудование, но вышло все из строя. При этом жильцы говорят, что на общедомовые нужды в месяц они платят более 1000 рублей с квартиры. Но главная проблема, которую предстоит решить новой управляющей компании – многомиллионные долги, которые накопились перед ресурсоснабжающими организациями. Так, в одной из многоэтажек на Калинина за неуплату отключили свет, в другой – горячую воду. При этом жители уверяют, что платят за коммуналку исправно. Сотрудники РЭП обещают разобраться в ситуации.